Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Сегодня 31 марта. Я занималась посевом капусты в теплице. Посеяла разные сорта белокочанной и один сорт цветной капусты. Это амагер, морозка, конкистадор, мегатон и цветная капуста парижанка. Проделанные борозды посыпала золой и раскислителем грунта. У нас грунт склонен к закислению, а на закисленной почве капуста начинает болеть килой, поэтому для профилактики подсыпала немного раскислителя. Это органоминеральное удобрение на основе извести и гуми, обогащенное кальцием, магнием и бором. Здесь вырастет рассада капусты, которую я в конце апреля или в начале мая пересажу в открытый грунт на постоянное место. Землю в теплице после рассады капусты обработаю раствором марганцовки или фитоспорина. Борозды полила фитоспорином. Разложила семена капусты. У гибридов констикатора и мегатона семена покрыты разноцветной оболочкой. Потом борозды присыпала землей и разровняла. Напротив каждой борозды воткнула садовые бирки с указанием сорта и даты посева. Заполняю их водостойким маркером. Очень удобные прочные бирки, пользуюсь ими не первый год. На следующий год использую обратную сторону бирки. Выписала на AliExpress. Есть разные комплектации и по 10, и по 50 штук. Я выписала сразу 100 штук. Если кому-то нужно, ссылку оставлю в описании. Начала всходить ранняя капуста, которую я посеяла 22 марта. Благодарю всех за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами.